Приз глядацких симпатий 12-го международного молодежного театрального форума «Март Контакт» отримал армянский артист Айк Петросян, який представил стендап-шоу «Коли б я был папом». А питание в социальной сетце выявило еще одного лидера. Алматинский театр «Жос Сахна», який показал спектакль «Одноклассники. Уроки життя». Але сенс «Март Контакта» у тим, что каждый глядач может найти в программе спектакль, який кране его душу и сердце, и який будет актуальным для всего громадства. У апошний день форума у театра «Лялек» отбылося шоу «Брэмнера Дьюти» с Нью-Йорка. Его моноспектакль «33 кабаре» про репрессии супрать мастацтва и мастаку. Гэта подеи 30-х годов минулого стагодия, коли нацисты зачинили знакомитое кабаре у Берлине, где выступала Марлен Дитрих. Главный герой у кабаре привидов своих сябров, якія згинули. Шоу «Маст Го Он» — гэта открытое пытанне. И все ж таки Могилёв – театральный город, альбо імкліва рухается до гэтага, дякуючи у тым ліку и Март-Контакту. У час высоких хуткостей людям потребен театр. Театральное искусство, театр позволяет немножко сделать некую паузу, заставляет подумать о чем-то глобальном и серьезном. Действительно позволяет человеку переключиться с такой мирской суеты на вещи, которые действительно в нашей жизни что-то значат. 12-й по лику форум признаны одним из самых удалых. И справа навод не у доброй организации, але у оценцы ледачоу. Оценили они хорошо. Вот за что им благодарен, потому что не очень простое время. И они все-таки пришли, залы были все полные. Вот, и был очень хороший зрительский прием. И практически все театры отметили то, что как тепло могилевский зритель принимает их работы. 22 спектакли с 10 краин на форуме. Это шмат, але сенс еще и у тем, что зараз с признанными театральными талентами на сцене показывали, на что здатные, зусім молодые и маловядомые режиссеры и актеры, якія только починают свой творческий шлях. И оказались не горшими за знакомитостью. Могилевская публика витая театральный форум. Ну, «Март Контакт» — это история, это вообще сказка, его ждешь весь год. И когда вот такие вот сильные спектакли, как в этом году, ну, это просто праздник. Вообще это событие для города, которое люди, которые знают, что такое «Март Контакт», они его ждут. И это действительно событие. Его нельзя пропускать. Мы вообще в этом году первый раз попали на фестиваль, поэтому мы в ожидании чуда, и сегодня в ожидании чуда. Всегда было очень интересно, но так как фестиваль пользуется огромным успехом, в нашем городе билеты достать очень сложно. Поэтому мы рады, что наконец-то у нас есть билеты. Театр-фестиваль «Балтийский дом» Санкт-Петербурга представил спектакль «Ты, я». Пьеса сучасная, персонажи подобны на нас. Гэта трагі-фарс. Публіка смяялася, што не адмяняла сур'ёзнасць узнятых праблем. Яны вечныя. Ведь проблем, на самом деле, они все крутятся вокруг, прежде всего, самого человека и его взаимоотношений с миром, с самим собой и с окружающей средой. 12-й международный молодежный театральный форум завершены, и вельми хутка пачнецца падрыхтоўка до 13-го «Март Контакта». До новой театральной вясны. Я пожелал в первую очередь не покидать театр, не ходить в театр только тогда, когда отбывается фестиваль, а ходить туда, может, не каждый тыдень, а принаймсі раз в месяц, бо это направда великая салота. Андрей Шуляк, Луна Иванова, Дянис Бутылин, новини региона.